Определяются координаты находившихся под оккупацией и уничтоженных в течение 30 лет населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, лесов и земель иного назначения. До настоящего времени в Зянгиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Джабраильском, Лачинском, Физулинском и Ахдамском районах в общей сложности были осуществлены полевые измерительные работы на площади 536 810 гектаров. В настоящее время эта работа ведется в Ахдаме. Полевые измерения проводятся современными приборами. Также регистрируется вся имеющаяся недвижимость. Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики параллельно ведет электронный кадастровый учет количественных и качественных показателей земель, а также проводит земельно-кадастровые и землеустроительные работы, такие как бонитировка, экономическая оценка. Тем самым состав земельных ресурсов региона будет определен в соответствии с их объемом, целевым назначением и правовым режимом. В рамках работ по составлению земельного кадастра на площади 22 500 гектаров проведены ботанические исследования. Основная цель состоит в определении показателей качества почвы на этой территории. Под качественными показателями понимается определение группы качества и величины бонитета этих почв, а также отбор образцов растений, находящихся на данной территории, и планирование того, какие растения будут посажены в будущем на этих землях. Земли, плодородный слой которых был уничтожен во время оккупации, будут восстановлены и возвращены в сельскохозяйственный оборот. А электронный кадастровый учет по количественным и качественным показателям земель позволит сформировать и единый государственный кадастр недвижимости и более эффективно использовать земли. В результате исследований будет получена точная информация и об ущербе, нанесенном земельному фонду Азербайджана. Кемаль Асискызы, Эльнур Тофик, новости АСТВ.